Добрый день, меня зовут Николай Романов, я земельный эксперт компании «Большая земля». Сегодня я вас познакомлю с работой управляющей компании и развитием поселков в проекте «Мой гектар». В 2018 году в рамках развития проекта «Мой гектар» была организована управляющая компания для помощи собственникам в развитии участков в поселках. На данный момент укомплектован собственный парк строительной техники, бригада специалистов, которая базируется в непосредственной близости от наших поселков в городе Зубцов. Собственники совместно с управляющей компанией «Мой гектар» начали развитие поселка «Княжие горы». В поселке Княжие горы сейчас запущены основные виды работ – строительство грунтовой дороги, расчистка и спашка участков, вынос границ. Вынос границ необходим для того, чтобы начать планирование и зонирование участка, исключить территориальные споры с соседями и администрацией. Расчистка участков от древесной растительности необходима для того, чтобы убрать лишнее мелколесие, которое может помешать дальнейшему развитию участка, строительству дома или посадке сельхозкультур. Расчистка проводится в два этапа – спил крупных деревьев, ручная уборка сухостоя. Для ручной расчистки обычно используют бензопилы и топоры. Спашку участка проводят собственники, которые планируют посадку сельскохозяйственных культур, чтобы убрать сорняки, вредителей, повысить плодородие и насытить почву микроэлементами. Также спашка помогает выровнять участок для облегчения дальнейшей работы. В 2019 году управляющая компания запустила строительство дорог. Для собственников проекта это важно, потому что дороги – это не только скорость и удобство подъезда, но и капитализация их земельного участка. Строительство дорог проходит несколько этапов – подготовка технического задания, прорезка дорог и отсыпка дорог песком и щебнем. Первым этапом собственники заказывают техническое задание на строительство дорог, в котором указаны все необходимые характеристики, ширина дороги, тип ее покрытия, размер канав, уклон и так далее. По умолчанию управляющая компания «Мой гектар» строит дороги по ГОСТу. Общая ширина дорожного полотна вместе с обочиной канава составляет 8 метров. Ширина покрытия дороги составляет 6 метров. Тип дороги может быть разным – грунт, щебень или асфальт. Это все решается коллективным голосованием собственников. Первые два года развития поселка для проезда строительной техники мы рекомендуем нашим собственникам укатку дороги с щебнем. Такое покрытие выдерживает тяжелую технику, легко ремонтируется и также отлично подходит как основа для асфальтового покрытия. We'll be right back.